Всем привет, с вами Мимика. Я продолжаю проходить Undertale, и мы очень близки к замку Асгара. Мы прошли ядро, победили Метатона. И в общем и целом, кто боится спойлеров, я вам рекомендую ознакомиться сначала с плейлистом с нейтральным прохождением, ну, просто потому что так будет лучше. Сейчас я предварительно, опять же, хотела бы, конечно, закупиться еды, но, насколько я помню, прямо сейчас битвы с Асгаром не будет, и мы предварительно еще пообщаемся со многими и многими персонажами. Лев занят. Хорошо, значит, идем вперед. Поэтому пока что не буду я закупаться ничем. Еще успеем. Ну, надеюсь. Во всяком случае, что в подобном пути не будет ничего такого прям гиперсложного и ужасного. Мне так всегда нравилось. Проходим через дома, долгая дорога, и в итоге мы добираемся... Блин, это милая музыка. Добираемся до места, которое прям очень похоже на дом Трель. Как ни странно. Кстати, мне хотелось бы проверить, мы сейчас вообще кому-то можем позвонить? Номер Триэль. Набор номера. Никто не взял трубку. Ну, блин. Папирус Андайн. Дзынь, дзынь. Ответа нет. Пространство ящика. Слушайте, а я забыла совсем, что мы же можем... так попадать в свои ящики. Слушайте, черт. Как здорово. Давайте мы возьмем на всякий случай паёк космонавта. Ну, на всякий случай. И там еще есть... так. Окей. Новый дом. Локация копии вот прям Тариэль. Единственное, что здесь было дерево. Здесь все черно-белое и... ну, казалось бы, не сильно радостно, правильно? Путь заблокирован двумя замками. Здесь прикреплена записка. Приветик, я в саду. Если тебе нужно что-то забрать из твоего сундука, не стесняйся и приходи. Ключи на кухне и в коридоре. Как мило сюда вернуться. Это золотой цветок. Это золотой цветок. Отличное кресло для чтения, но не похоже, что кто-то им пользуется. Угли все еще теплые. Это значит, что сюда кто-то приходил. Здесь фотоальбомы, альбомы для вырезок, книги о заваривании чая, садовые инструменты. Много лет тому назад в руины упал человек. Пострадавший после падения, человек стал звать на помощь. Холодильник заполнен закрытыми консервами с улитками. В раковине застряло немного белого меха. Это записка. Приветик, угощайтесь, берите, что хотите. Вы берете ключ и вешаете его на телефонный брелок. Плита очень чистая. Должно быть, вместо нее кто-то использует огненную магию. Это мусорное ведро. Оно заполнено скомканными рецептами из ирискового пирога. Азриэль, сын короля, услышал человеческий зов. Он вернулся в замок вместе с человеком. Это вообще так душевно сделано. Просто безумно. Вам понадобятся оба ключа, чтобы пройти. Пыльные игрушки. Внутри коробки лежит медальон в форме сердца. Возьмете ли вы это? Я на самом деле не знаю, стоит ли брать. Ну, давайте возьмем. Вы получили медальон в форме сердца. Внутри коробочки лежит старый кинжал. Возьмете ли вы это? Да. Вы получили старый кинжал. Да чего же удобная кровать. Лягте на нее, и вы, возможно, уже никогда не подниметесь.
Семейная фотография. Все улыбаются. На рисунке изображен золотой цветок. Здесь очень много футболок в полоску. Это двухместная кровать. Это золотой цветок. Помните, там гибискус, что ли, или что-то такое было? Комната на ремонте. Мне очень все-таки интересно, я помню, по-моему, что задавала этот вопрос в прошлом своем прохождении, но что находится за этой дверью? Шло время, а зрели человек стали как родные. Король и королева относились к дитя как к своему собственному. Подземный мир был полон надежд. Вы берете ключ и вешаете его на телефонный брелок. Дневник Асгара. На этой странице написано «Сегодня хороший день». Чернила еще не высохли. Это просто кресло. Блин, а я не помню, чтобы он такое писал в прошлый раз. Это кровать королевских размеров. Это комод. Внутри костюм Санта-Клауса. Это сундук с одеждой. Тут лежат балахоны, рубашки на пуговицах. И розовый, вручную вязанный свитер с надписью «Мистер Папани». Как это мило. Это трофей. Первое место в конкурсе «Ласковый нос» 98-го. Макаронный цветочек для папы короля. Как это мило все, я не могу просто. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что было в прошлый раз. И я не помню, что все было настолько мило. Хотя могу врать. Несмотря ни на что, это все еще ты. Ну, ключ мы взяли. И с этой стороны. Вы открыли цепь. Старый календарь с конца 201 года. Одна дата обведена. Затем, в один день, человек очень сильно заболел. Больной человек высказал лишь одно желание – увидеть цветы из его деревни. Но мы ничего не могли с этим поделать. На следующий день человек умер. Азриэль, убитый горем, поглотил душу человека. Он превратился в существо с невероятной силой. Блин, я не могу, у меня мурашки идут. Еще под такую музыку. Грустно. С человеческой душой Азриэль пересек барьер. Он нес тело человека в сторону заката, обратно в деревню людей. Азриэль достиг центра деревни. Там он отыскал поляну из золотых цветов и возложил на нее человека. Вдруг раздались крики. Жители деревни увидели Азриэля, держащего человека. Они подумали, что он убил дитя. Люди напали на него со всем, что у них было. Он получал удар за ударом. Азриэль был способен уничтожить их всех. Но Азриэль не бил в ответ. Избиваемый людьми, Азриэль улыбался и шел прочь. Израненный Азриэль, хромая, добрался до дома. Он вошел в замок и упал. Его прах разлетелся по всему саду. К
королевство впало в отчаяние. В одну ночь король и королева потеряли обоих детей. Люди снова забрали у нас все. Король решил, что пришло время покончить с нашими бедами. Каждый человек, что упадет к нам, должен умереть. С достаточным количеством душ мы сможем разрушить барьер навсегда. Осталось недолго. Король Асгард выпустит нас на свободу, даст нам надежду, спасет нас всех. Тебе тоже следует улыбаться. Разве ты не взволнован? Разве ты не рад? Ты станешь свободным. Блин. Нет, по-моему, сюда рано. Хотя... Слушайте, но лифт... Лифт, я поняла. Лифт сейчас пойдет обратно, но... Ух, сейчас еще один тяжелый разговор будет. Окей. Это вот до сих пор серьезно. У меня сейчас идут мурашки по всему телу, потому что это сделано круто. И волнуешься, все равно волнуешься каждый раз, когда все это настолько душевно, настолько классно. Последний коридор. Ну что, насколько в этот раз я провинилась? Санс. Похоже, ты все же сделал это. Конец твоего приключения уже совсем близко. Через несколько мгновений ты встретишься с королем. Вместе вы определите будущее этого мира. Но это будет потом. А пока ты будешь осужден. Ты будешь осужден за каждое свое действие. Ты будешь осужден за каждый ОП, что ты получил. Что такое ОП? Это акроним. Он означает очки пыток. Это способ посчитать, сколько боли ты причинил другим. Когда ты убиваешь кого-либо, твои ОП увеличиваются. Когда у тебя достаточно ОП, твой уровень увеличивается. УР – это тоже является акронимом. Он означает уровень резни. Способ измерить чью-то способность ранить. Чем больше убиваешь, тем легче отдалиться от этого. Чем больше отдаляешься, тем меньше ты от этого страдаешь. И тем легче тебе заставить страдать других. Но ты совсем не повысил уровень. Конечно, это не значит, что ты абсолютно невиновен или наивен. Лишь то, что в твоем сердце есть чуткость, несмотря на преграды или трудности, которые ты встречал. Ты стремился сделать все правильно. Ты отказался ранить кого-либо. Даже убегая, ты улыбался. Ты не заработал уровень, но получил любовь. Значит ли это что-нибудь? Может и нет. Теперь ты встретишься с величайшей проблемой за все свое путешествие. Твои действия здесь решат судьбу всего мира. Если ты откажешься сражаться, Асгард заберет твою душу и уничтожит человечество. Но если ты убьешь Асгара и уйдешь домой, монстры навсегда останутся в ловушке под землей. Что же ты сделаешь? Ну, если бы я был тобой, к этому моменту меня бы уже стошнило в полотенце. Но ты ведь пришел сюда не чтобы сдаться, ведь так? Верно? У тебя есть нечто, называемое решимостью. Так что, пока ты держишься, пока поступаешь так, как тебе велит сердце, я верю, что ты сможешь поступить правильно. Хорошо. Мы все рассчитываем на тебя, малой. Удачи. Блин, я аж прослезилась. Ух. Блин. Мне и радостно, мне и грустно. Я не знаю, буря эмоций на самом деле. Сложно описать. Поэтому извините, если я немного пошмыгаю.
Фух. Тронный зал. И внизу гробики, да, были? Ну да. Там должны быть гробы для меня. Подождите, а почему пустого нет? Подождите, я вижу только... Тут же был, по-моему, один пустой гроб под меня. Нет? Это гроб. На нем выгравировано имя. Мим. Он пустой. Нет, все-таки вот он, мой пустой гроб. Последний, красный. Просто почему-то я запомнила, что он будет открытым. О, сколько здесь детей. Сколько здесь душ, я бы сказала. На самом деле, сюда заходить, вот в эту именно комнату, жутко. Действительно жутко, потому что ты, ну, не то чтобы готов, наверное, увидеть, что тебе уже и гроб даже подготовили. Последний коридор, вход в тронный зал. Насколько я помню, мы сейчас просто с ним поговорим, поэтому давайте. Пока что мы можем это сделать. Пум-пурум. О, там кто-то есть. Один момент. Я почти закончил поливать все эти цветы. Вот так вот. Приветик. Чем могу... Ох. Мне так хочется сказать, не хочешь ли чашечку чая? Но ты знаешь, как это бывает. Чудесный сегодня денёк, да? Птички поют, цветочки благоухают. Отличная погода для игры в догонялки. Ты знаешь, что мы должны делать? Когда ты будешь готов, пройди в следующую комнату. Блин, а вот дальше я, кстати, не помню. Это другой трон, укрытый белой тканью. Фух, ну давайте я пройду на всякий случай. Подождите, а сейчас что? Нет, 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 это еще разговор. Как волнительно. Просто представь это как... Поход к зубному. Да уж не хочется. У меня, походу, к зубному все... Практически все были с самым ужасным воспоминанием. Ты готов? Если нет, я понимаю тебя. Я тоже не готов. А вот теперь он пойдет в последнюю комнату. Я его знаю. Конец. Да. Давайте здесь мы остановимся, потому что битва, скорее всего, у меня не получится с первого раза. Тем более, там, скорее всего, вылетит игра, как всегда, на моменте с Флауи. Поэтому, блин, не знаю. Не знаю. Я продолжу в следующем выпуске. Сейчас чуть-чуть успокоюсь, потому что сердце у меня бьется бешено. Не знаю, почему. Потому что это прекрасно, наверное. Когда ты видишь что-то, что хорошо сделано, с душой, и тебе оно попадает действительно в душу, в сердце, то ты начинаешь резонировать с этим, и уже такое волнение внутри. Поэтому сейчас я даже вернусь, я закуплю... ну, точнее, сначала заработаю денег с помощью деревни Тэмми туда-сюда, а потом сюда вернусь. Да. Либо, возможно, давайте сейчас посмотрю. Может быть, у меня в пространстве хватит, например, всякой разной еды. Вот коричневая зайка, паёк космонавта, крабовое яблоко.
Ну, допустим. А во втором у меня что есть? А во втором нет ничего. Ну, в принципе, знаете, возможно, у меня даже так получится, поэтому... Да, сейчас еще раз пересохранюсь. В следующий раз я просто продолжу и... Да, закончим с Аскаром. Ну что ж, ребят, увидимся с вами. Всем пока-пока. До встречи. Если понравилось, ставьте лайки. Пока.